Закончили? На сегодня. И теперь можно с вами побеседовать? Да, слушаю. И можно откровенно? Разумеется. Объясните, пожалуйста, почему человека, покидающего свою страну, у нас осуждают? Сложный вопрос, не смогу ответить. Почему? Это не по моей части, это скорее к международникам. Но как вы сами относитесь к такому человеку? Лично я? Да. Плохо. А почему в других странах к таким людям относятся проще? Потому что наша страна особая. И вы этого не поймете, пока не ощутите себя, ну, как бы это сказать, частицей народных масс истории. Да-да, миллиарды людей мечтали о народном государстве. Рабы, ремесленники, крестьяне, Спартак, Гарибальди, Разин, декабристы, народовольцы, коммунары. И вот наша революция. Первая страна, которая как бы приняла эстафету надежд всех расстрелянных, повешенных, погибших на баррикадах и каторгах. Страна эта существует ценой невиданных жертв. И, конечно, каждый бросающий такую страну предает ее память. И в глазах тех, кто проливал кровь за эту страну, тех, чьи родные сложили за нее головы, тех, кто сейчас в поте лица трудится, преодолевая ошибки, нелепости, недостатки, в глазах их всех этот человек – беглец, дезертир. А не слишком ли сурово такое определение? Для меня нет. Я служил в пехоте, побывал в таких мясорубках. Я так никогда не думала. Но скажите, если страна надежд минувших поколений, как вы выразились, с точки зрения этого человека имеет такие недостатки, с которыми он не может примириться, что ему делать? Если он любит свою страну, пусть делает ее лучше. Пусть трудится, борется, пусть страдает, наконец, но не бежит. Салтыков-Щедрин, естественно, без аналогий, уж как ненавидел царские порядки. И вот что писал. «Был я в благорастворенных заграничных местах, и не упомню минуты, в которую сердце мое не рвалось бы в Россию. Хорошо там, а у нас, положим, и не так хорошо. Но представьте себе, все-таки выходит, что у нас лучше. Лучше, потому что больней. Это совсем особенная логика, но это логика любви».